И вот как-то на одном из наших концертов нарисовался Егор. Молодой, веселый, ха-ха, такой прямо счастливый какой-то, радостный. Видимо, он тогда уже что-то нашел. А когда такие парни находят, это потом волнует и трогает всех нас. Одна из моих любимых песен «Вечная весна» в одиночной камере. Я ее понимаю так, что мы все строим эти клетки себе сами. –